День рождения Александра Сергеевича Пушкина для ивановских коммунистов – это еще один шанс напомнить о себе. В среду они собрались возле памятного камня на площади Пушкина, чтобы глаголом жечь сердца людей. Приходят люди, любые, которые имеют желание прочитать стихи. Стихи на любые темы, ну, желательно, конечно, имеющие отношение все-таки к нынешнему мероприятию, празднику. Да? Вот. Не обязательно протестные стихи, хотя мы приветствуем это тоже как партия. Вот. Но, тем не менее, задача послушать стихи, наконец-то поддержать русский язык не на словах, а на деле, предметно. Публики немного, зато она самая преданная. Стихотворения доморощенных поэтов затрагивают несколько тем, но основные – это, конечно же, красота природы и любовь к родине. Все в лучших традициях гения русской литературы. Не надо мне чужого рая, соблазном всем один ответ. Роднее и милее нет тебя, Россия дорогая. Правда, на этот раз без противоречий в стройном ряду коммунистов не обошлось. По соседству с плакатом против нецензурщины и разрушения языковых норм красовался транспарант с надписью «Оптимизация достала». Но бумага, как известно, терпела многое. Наверняка и это стерпит. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.